Когда убийства начались, полиция, надо сказать, не дремала. За дело взялся лучший в империи следователь. Позвольте представиться. Ростов Сергей Константинович, полиция Санкт-Петербурга. Ну, как лучший? Лучший из тех, что под стол спрятаться не успели. У кого сноровка? Тех отправили анархистов ловить. Сказочный был остолоп. Язык вырван, рот зашит. Болтало много. Зато живучий. Получит по морде, отряхнется и дальше расследует. Хотя умный начальник тоже плохо. Нас бы работать заставил, по убийствам гонял. Но кто их видел-то в России, умных начальников?